подходим к конечной точке. Написано вот капелле. Типа часовенка. Просто туда идем. Тут написано, что грилить нельзя и открывать открытый огонь запрещено. Но это и понятно, тут везде запрещено. В общем, пойдем по этой тропе. Там даже уже где-то крышу видно. А, вон там я вижу тоже. Там крышу видно, вон там. Сейчас. Скоро дойдем. Туристы, ёпт.